Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Есть вопрос», и это трейлер, рассказывающий о том, кто мы есть. На самом деле канал создан лабораторией игровых технологий. Это коммерческая организация со своими целями. Цели у нас создание методических материалов, различных пособий, те, которые будут воспитывать наших детей. То есть, с одной стороны, мы что-то хотим заработать, с другой стороны, мы это делаем для того, чтобы это реально работало и помогало. Помогало кому? Прежде всего, учебным заведениям разного уровня и, во вторую очередь, родителям. Потому что пособия, они в основном мы разрабатываем групповые. Итак, чтобы вы поняли вкратце, рассказываю. Лаборатория игровых технологий, прежде всего, это поставщик инновационного оборудования в образовательные учреждения. Если чего-то мы не находим, мы создаем самостоятельно. Но создавать будем таким образом, чтобы оно было практикоприменимо, это важно. И вы могли его с помощью своих уже методик расширять далее. Это пособие с открытыми решениями. Также мы занимаемся дизайном образовательных пространств. Это появился такой запрос от наших клиентов, которые часто обращаются, потому что у вас есть такие пособия, у вас создаются линейки, а нам важно, чтобы, допустим, вы сделали нам STEM-комнату. И тогда мы разрабатываем уже удобное пространство с нашей точки зрения, которое будет приносить пользу учебному заведению. Но пространство просто так создать достаточно сложно, или оно будет выглядеть некрасиво в рамках концепции всего учебного заведения, поэтому мы позже стали разрабатывать бренд образовательного учреждения. Но о каждой из этих ступеней я расскажу чуть позже в основной части этого видео. Итак, погнали в сюжет. Итак, друзья, коли мы заговорили о поставках оборудования, тут все достаточно просто. Найти качественное оборудование, сделать первую поставку, посмотреть, насколько оно прижилось в учебном заведении, насколько оно понятно, требует ли доработок или вообще не подходит для учебного заведения на тот возраст, на который оно рассчитано. И, собственно, дальше принять решение, будем поставлять или не будем, или найти какой-то другой аналог. Все это мы делаем. Здесь все, в принципе, понятно. Но мне больше нравится заниматься разработкой. Например, не так давно мы разрабатывали мечи эмоций для развития эмоционального интеллекта. Более подробную информацию вы всегда можете увидеть в обзоре на нашем канале. Мы это делаем. Поэтому тут смысла нет останавливаться. Для инклюзивного образования мы разрабатываем пособие с тактильными материалами, это бук, специальные вставочки, разные, контрастные, для того, чтобы слабовидящие дети или дети с другими отклонениями могли заниматься этими пособиями. По сути, это обычное домино, но мы можем заниматься, да, не глядя на поверхность. И таких пособий большое количество, в зависимости от того, какой запрос нам поступал. Для подготовки детей к соревнованиям к нам пришел запрос, чтобы мы сделали некий тренажер, но мы понимаем, что деньги, потраченные раз, должны окупаться. Соответственно, мы сделали более широкое решение, чем пришло в запросе. Предоставили людям возможность, помимо того, что они готовятся к соревнованиям, в будущем заниматься развитием пространственного мышления. И именно это стало той точкой, которая мотивировала людей приобретать эти наборы, потому что оно интересно одинаково как детям, так и взрослым. Потому что взрослым с решением этой проблемы справиться гораздо сложнее. Это было выяснено на пробационных площадках. Вот таким вот образом. И если мы с вами говорим про поставку оборудования, часто мы еще и оформляем образовательные пространства, а для этого нам необходимы развивающие панели. И жизнь нас заставила заняться их производством, потому что часто мы не могли приобрести, или могли приобрести, но очень дорого, решение, которое нас бы устроили. Поэтому сейчас вы можете зайти к нам на сайт и приобрести или познакомиться с магнитными панелями, с панелями из закаленного стекла, с деревянными панелями, с панелями из МДФ, с лего-пластинами, которые бывают разных форм, размеров, тематик, для того, чтобы оформить пространство, и оно было именно мотивирующим и образовательным. При этом вы не должны тратить много времени на обслуживание этих панелей. К этому мы и стремимся. Но для того, чтобы оформление было красивое и в едином стиле, вам необходима некая книга, которая бы вас направляла. Эта книга называется «Брендбук». И разработкой, опять же, брендбуков нас тоже заставила заняться сама жизнь. Когда стали поступать запросы по оформлению, мы понимаем, что каждое помещение, оно не продолжает предыдущую тему, да, оно отличается кардинальным образом. Поэтому сейчас, когда нам приходит запрос, мы сперва узнаем, есть ли какой-то бриф, есть ли какой-то брендбук, и потом уже в соответствии с этим
начинаем действовать. Если нет, значит, разрабатываем брендбук. Но важно понимать, что брендбук — это всего лишь книга по оформлению. Там есть рекомендации по цветам, по шрифтам, по другим атрибутикам фирменного стиля, по названию, как что можно использовать, как где нельзя. Но, к сожалению, это не раскрывает смысл учебного заведения. Смысл учебного заведения раскрывает программа развития. И вот когда мы занимаемся разработкой бренда, мы включаемся в работу вместе с коллективом образовательного учреждения и помогаем написать программу развития, а потом под эту программу делаем бренд, и этот бренд уже уходит у нас на образовательное пространство. Все логично у нас выстраивается в одну общую цепочку. Вот таким образом мы и работаем. Но для любого бренда нужен контент. Но об этом я расскажу на другой площадке. Итак, друзья, мы находимся в той студии, в которой снимаем большинство своего контента. И важно понимать, что вот эта студия и называется «Центр контента». Здесь мы помогаем учебным заведениям создавать контент, фото, видео, где-то в съемке продукта производится, если это, допустим, частная компания какая-то. Все делается здесь. Почему? Потому что студия уже оборудована. Форматы взаимодействия тут достаточно простые. Вы можете арендовать студию, прийти со своим оборудованием, можете арендовать студию с оборудованием. И еще важный момент. Здесь находится оператор. Оператор всегда подскажет, как снимать, как настроить ваше оборудование правильно, с каких ракурсов, какие планы освещенности выставить. То есть все то, чего вы не знаете, в этой студии эти вопросы у вас отсекутся. Но бывают случаи, когда приходит человек и говорит: я не хочу ничем вот этим заниматься, мне просто, у меня есть информация, которую я хочу до вас донести. И такой формат, конечно же, здесь возможен. Оператор встанет за свое оборудование и снимет лучшим образом ролик, который будет удовлетворять все ваши потребности. Потому что оборудование в студии достаточно большое количество. Это и телесуфлеры, и специальный свет, и видеодоска для образовательных учреждений, когда вы делаете какие-то видеоролики, и специальные хорошие камеры, и широкая полоса пропускания для записи онлайн-занятий, да, и онлайн-трансляций. Все это сделается здесь, в центре контента. Для того, чтобы арендовать студию, свяжитесь с нами, мы всегда вам поможем. Итак, друзья, для тех, кто располагает достаточным количеством времени, я приглашаю посетить наш офис. Мы посидим на удобных стульях, поговорим на неудобные темы для кого-то удобные и очень интересные. В общем, обсудим все, что вам необходимо. Попьем вкуснейший кофе, который готовят руки сотрудников лаборатории игровых технологий. Если мы создаем такие необычные вещи, уж кофе у нас тоже необычный. И, конечно же, всех, кто иногородний и не имеет возможности посетить офис, заходите на сайт, звоните по телефону, пишите на электронную почту. Мы доступны любыми современными средствами. У нас есть мессенджеры, то есть только ленивый с нами не свяжется. Мы открыты всегда, и я приглашаю вас на наш канал, стать его участниками, подписавшись. Ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. Итак, с вами был Александр и канал «Есть вопрос», а также лаборатория игровых технологий. До новых встреч и пока!